Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В Останкино предупредили о сбоях телевещания. Телевизионный технический центр Останкино сообщает о возможных сбоях вещаний из-за сокращения штата сотрудников в связи с неоплатой долгов Первого канала и его подрядчиков. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на видеообращение генерального директора телецентра Михаила Шубина. По его словам, такая ситуация сложилась впервые за последние 15 лет. При этом аварийная ситуация нарастала последние 3-4 года лавинообразно. Шубин называет такую ситуацию мерзкой, но заявляет, что исправить это пока никак нельзя. Пресс-службе Первого канала сообщили, что долговые выплаты будут осуществляться согласно договорным обстоятельствам. По данным издания, в конце 2018 года телецентр уже подавал два иска к телеканалу на общую сумму в 164 миллиона рублей. В январе текущего года задолженность погасили, поэтому иски были отозваны. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы можно найти на сайте mymsk.online. До скорого!